Ребятки, всем привет! Сегодня у нас второй день на Финском заливе. Сегодня мы в укороченном составе. Саня осталось солить рыбу и готовить к общению. Посмотрим, что сегодня у нас с утра получится. Так что, друзья, смотрим. Блин, ребята, у Сереги загиб просто ядерный. Я вижу. Окунь хороший, да. Вот это загиб. Капитан Немо опять. Место, Серег, смотри, вот сюда вот сейчас выводи, аккуратно, без паники. Я тебе борт сейчас дам. Я его достану. Хороший знак. Блин, на волоске висит. Вот сюда, Серега. Оп. Хорош. Смотри, какого бойца тут цапнул. Блин, я думал, там что-то даже больше от этого. Вот, друзья, смотрите, Хорнет. Вот этот работает уже на протяжении третьего года. Или четвертого даже здесь. Олегос, спасибо за то, что ты открыл для меня эти воблера. Такой вот боец. Так, ну что, начало хорошее, еще даже до места не дошли. Так, у нас загиб, очередной окунь. Пока мы тут разматывали спиннинги. Серег, сейчас будешь сам его доставать. Аккуратно, только не слишком сильно выдергивай его в лодку. Так, аккуратненько. Вот отсюда слева. Во. Все. За галстук взял. В чем-то раз зеленкой. Ну, нормальный окунь. Не форсируй. Сюда вот его чуть-чуть. Все, крутить не надо. Не надо крутить. Ну, спиннингом подведи вот так вот его. О, какой. Шансов не было. Может, так. Ты свой убрать, а то сейчас обмостится. Не зацеплюсь. Чуть небольшое, пушок, наверное. Хотя не всплывает. Маленький судак. Нет, судак не такой будет. Не, пушок, да. И воблер с зеленкой плыл. Оп. Да не, нормальный опыт. Наконец-таки, а то уже пол проходки без загибов. А это у тебя такой твой вот. Твоя первая рыба. Ребята, как только идет переход, вот где-то с полтора на 2,6, либо там с 2,6 обратно на полтора, вот эта банка, сразу же происходит поклевка. Есть? Есть, конечно. По-моему, судак. Не понимаю пока. Судак, скорее всего. Мелкий, да? Не, окунь. Хороший. Оп. О, призлом идет. Явно судак. Да не, окунь, наверное. Так, ребята, Сереги что-то... Да. Окунь. Вот сюда вот давай его уводи. Не торопись ты. Рот открыл. Так, давай. Стой, что не докручивай. Оп. Да, ну схватил он хорошо, конечно. Я думал, там гораздо больше что-то. Снова. Так, на повороте у Сереги поклевочка. Акушиная. Бойкая. Сейчас возьмем его. Вот сюда подтаскивай. Оп. Осторожно. Причем на 4 метрах. А. Что-то небольшое вроде. Ну. Кунем. Вяленый. Позволяю. Этого на вяленку ко вчерашней мелочуге можно. Опять что-то присело. Окунь. Только я сказал, что по точке по нашей проходим. Сразу же. Окушок. Наверное, на джик ребята бы оторвались. А это судачок. Это на выброс. Это вообще издевательство.
Но он здесь есть, значит. Гуляй, Василий. Ушел. Хотя рыпался просто как окунь. То есть так тын-тын-тын по чуть-чуть бил. Ну, мелкий судак такой, да, он тоже бесслбойкий. Что у нас, наступило время обеда. Мы возвращаемся к дому. Рыба продолжает клевать. Сейчас будем коптить рыбу. Ну и на вечерку вернемся. Да? Не знаю, Серега поедет или нет, ему домой надо. А так, ищу напарника, ребят. Кто в теме, пишите в комментариях. Сань, ну как обстановка? Ну, друзья, готовимся к копчению. У нас тут сомик, судачки, окушки снизу, да? В общем, начало положено. Ну, таким макаром выстраиваем почву для костра. Вот, как раз где-то прогорит минут 20, еще по одному маленькому подкидываешь. На 25-30 минут ненавязчивого огня хватает. Главное, чтобы огонь был небольшой. Так, ну чипы тоже много не надо. У многих ошибка. Накидают чипы немерено, потом рыба вся обугленная, некрасивая. В общем, это окислы, это все не очень полезно для здоровья. Как, в принципе, и вообще копченая. Вот, где-то только что на дне донышко чуть-чуть закрывало. Да, Сань? Этого хватит. Ну, чуть-чуть еще вот. Все, как-то так. Ну вот, ребят, как это выглядит, первоначальная версия. То вы видите, какой красавец он станет. Ну вот, процесс пошел. Вот, друзья, посмотрим, что из этого получилось. О, вот это, я считаю, идеальная пропорция копченого судака. Чешуя, соответственно, не вздутая, цвет золотистый. Они как люди некоторые, блин, выкладывают свои фотографии, угли какие-то. Бред собачий. Так что, ребятки, как-то так. Так, что сейчас мы имеем? О, вот сама слезла у нас шкурка. Но это просто, мне кажется, бомба будет. Кто коптил сама, ребят? Жек, скажи, у тебя также шкурка слезала? Ну, я думаю, что да. Ну и также вот такие золотистый цвет. Вообще просто огонь. Ребятки, ну что, наши ряды 9 с каждой рыбалкой. И на вечерку пошел в итоге я один. Правда, там есть наш один экипаж. Вроде как уже ловят. Сейчас к ним подойду, посмотрю, что у них там. Сори, друзья, смотрим. Вот сразу же, буквально на первых метрах вот такой вот окунь. Ребят, ну вот, что вам сказать, рыбалка просто высшая. Вот так вот. Так, еще один ударчик. Вот это судак, скорее всего. Бревно. Судачочек. Это, естественно, копилку Финского залива. Так, что тут у нас? Что-то не очень большое. Похоже на судака. Ну, если судак, то на выброс. А если окунь, то окунь. А чё он такой слабый? Он достойный окунь. Оп. Клёвочка. Судачьего характера. Куда
горячего характера. Клевочка после долгого перерыва, скорее всего, окунь. Эх, и взял другой спиннинг. Тём, у меня загиб, подожди секунду. Блин, вот это вообще просто. Ну, где-то полкилограммовый, ну, может, не, полкилограммовый окунь. Более-менее нормальное что-то вроде. Судака похожее. Опять же, не факт. Окунь достоин. Оп. Маленькая рыбка какая-то, что ли, не пойму. Хотя вот сейчас начал форсировать. Заёрзало вроде. И нормальный окунь, кстати. Достойный. Такой. На два крючка прям садится. Так, ребятки, еще одна поклевочка. Опять капитан Немо в бою. Нормальная. Да, что-то актуальное. Что-то уже такое. Ближе к Ладожскому. Но в итоге финско-залийская. То есть судачок. Но это уже зачет. Это хорош. Поклевочка небольшого окушка, видимо. На развороте. Как? Стандартненький. Только закинул и сразу же опять. Дарчик. Неплохой. Судак, что ли, не пойму. Не, окунь хороший. Окунь хороший. Вот такой вот. Финско-залийский окунь. Хопа! Да, загиб был очень хороший. Ну а так вроде ничего такого особенного. Но я вижу хорошенький, толстый, стандарт, низкозалистый, такой вот, дружище у нас. Так, друзья, вот только закинул, и опять поклевка, соответственно, на судака похожа,
посмотрим. Кроме окуня и судака тут ничего и нету. Нормальная вроде. Судачонок. Нормальный такой. Оп. Нормально. Так, вот это окушок у нас. Вот так вот. Ребятушки, темнеет, короче. Клюет просто постоянно. Опять загиб, промах. В общем, ребят, буду прощаться. Улов потом сниму. Сейчас одну проходку делаем и к берегу. Рыбалка незабываемая. Друзья, всем удачи и пока. Так, ну вот, ребят, улов за вчерашнюю рыбалку. Клевало до 2 ночи. Много мелкого судака на отпуск. Вот таких более-менее отобрал. Окунь клевал тоже, как из пулемета, до 12 часов. Потом прекратил, естественно, когда стемнело. В общем, второй день рыбалка удалась. Так что, друзья, всем удачи и пока. Удачи на водоемах.